Георгий Александрович? Да. Здравствуйте, полиция беспокоит. Вот нам опять материал от вас пришел. Вы президенту Российской Федерации обращение писали? Вот он нам материал отправил, ваше обращение, побеседовать, объяснительную с вас взять. Как можно? Перед кем я объясняться должен? Ну, у нас материал проверки по вашему обращению. Это кто? Лейтенант полиции Южаков, МВД, отдел по борьбе с организованной преступностью. Ну, боритесь, вы же видимость создаетесь. В смысле видимость создаем? Вы нам пишете материалы, как бы... Я не пишу. Обращение вы... Я не вы пишу. Вы обращаетесь к нам. Я к вам не обращаюсь. Никаких... Ну, однако мне материалы присылают. Присылают? А вы сами себя, что ли, будете сейчас рассматривать? Я с вами хочу пообщаться. С вас объяснение взять по этому поводу. Объясняться я не собираюсь, ни перед кем. Еще раз быстрее. Ну а как вот решение кое принимать по вашим материалам? Решение... Если вы никакое объяснение нам не даете. Как член устойчивого преступного сообщества, как будет против самого себя будет рассматривать? Как самого себя будет рассматривать? Вы можете я это понять? Преступного устойчивого сообщества. А как я могу понять, когда вот здесь столько лет происходит преступление, и вы укрываете? Как ОСБ, как вот все? Министр стреляется, почему стреляется? Да потому что прекрасно знает, что он преступник и придется отвечать. И уйти от позора он стреляется. А какой руководитель? Такие подчиненные. О чем можно говорить здесь? По-моему, вы сейчас голословно говорите. Так, ладно, все. Материал.